Лифтам в сухумских домах уже более 30 лет, при том, что срок их эксплуатации 25 лет. Потому очень много жителей обращается в администрацию с заявлениями о замене лифтов в их домах. Для жителей девятиэтажки по улице Заречная, 38, замена старых лифтов в их пятиподъездном доме, в котором проживает без малого 90 семей, большое событие. Живем уже 30 лет в этом доме. Все хорошо, лифты нам новые поставили, все прекрасно, работали хорошо, отлично, можно сказать. Мы все такие довольные, слов нет. Большое спасибо всем. Поломки были, и вообще уже те подъезды вообще не... В первом вообще не было лифта, и проблем было много. Но сейчас мы надеемся, что все будет хорошо. Современные лифты из Карачаровского механического завода поступают в Абхазию из Москвы. Они отличаются хорошим качеством и удобством в эксплуатации. По словам гендиректора фирмы «Абхазлифт» Тимура Чкотуа, помимо демонтажа старых и установки новых лифтов, была проведена большая дополнительная работа. Помимо лифта сюда нам приходится ставить ШР, называется шкаф распределительный, это вот в подъезде на первом этаже. То есть это устарело после войны, прошло уже сколько лет, старое снимаем, это не только для лифта, и жителям по электроэнергию могут подключаться, ставим мощный, приходится ставить стабилизаторы напряжения, так как у нас напряжение то повышается, то понижается, а новый лифт без него не получается работать. Крыша над лифтовыми помещениями, крыши не было, то есть текла. Пришлось нам дополнительно делать крышу там. Жильцы, безусловно, рады тому, что в их домах появились совершенно новые комфортные лифты. Ведь со старыми всегда было очень много хлопот из-за частой поломки. В случае остановки лифта нового образца можно выбраться из него, позвонив в соответствующую службу, номер которой указан в каждом лифте. На старом было, мы сами открывали, но сейчас это вообще невозможно открывать, когда света нету. А когда, ну, если был бы человек здесь, можно было, чтобы сразу спасти. А так, во-первых, мне очень плохо и боюсь в лифте. А вот качеством лифта нового, как вы довольны? Очень даже довольны. Очень даже все нормально, хороший. Все красиво, все так сделано. По словам Чкотова, должна существовать диспетчерская, которая позволит наблюдать за работой того или иного лифта дистанционно и в случае неисправности оперативно эвакуировать людей из лифта. Данный вопрос сейчас решается. А пока работа фирмы «Абхазлифт» продолжается, и следующая партия новых лифтов будет установлена уже в ближайшие дни в доме напротив, на этой же улице, Заречная, 40, а также на Эшба, 183 и в многоквартирных домах нового района столицы.